Сборная Якутии выступит на 5-й Всероссийской спартакиаде трудовых коллективов. Соревнования пройдут в Тамбове с 12 по 16 сентября. Республику представят члены профсоюза, работники компании «Алроса» и ее дочерних предприятий. В состав сборной от алмазной компании вошли спортсмены из числа победителей 4-й спартакиады республики среди трудящихся, а также призеров спартакиады трудовых коллективов «Алроса». Якутяне будут бороться за победу в 5 видах – гиревой спорт, плавание, стритбол, легкая атлетика и настольный теннис. Мы будем следить за ходом игр и обязательно расскажем вам об их результатах.